Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, с вами снова Олег Алав Гудвин, великий популяризатор всех массажных технологий на русскоязычном пространстве интернета, то есть по всему миру. И мы ведем трансляцию вот из этого нашего центра мозгового, так скажем, обучающего центра Академии телесолидных практик, практически вещаем на весь мир. И сейчас мы проходим тренинг по мануальной терапии, рассмотрим, давайте, шею, мануальную правку шеи в положении лежа, когда человек лежит лицом вниз и когда он лежит лицом вверх, то есть на спине либо на животе, да. Все остальные случаи, когда он сидит, стоит, это мы будем рассматривать в следующем видеоролике, так что не теряйтесь, подписывайтесь на наш канал и ставьте значок на колокольчик, обязательно нажмите, чтобы вам приходили новые уведомления о новых полезных видео. Сейчас смотрите, мы первый прием, он достаточно простой, поэтому делаем без диагностики. Он безопасный, потому что это декомпрессия, то есть мы только ведем на растяжение. Работаем с шеей. Естественно, по нашей схеме нам надо было сначала бы продиагностировать человека, растереть, согреть это место, да, размять, пронажимать точки, найти, где там есть триггерные точки, спазмы и так далее, сначала их расслабить. Но поскольку человек уже подготовленный, мы давно знакомы, Алия, да, кивает, я уже проверил, что у нее нету таких серьезных спазмов на шее, да, поэтому можно воздействовать достаточно быстро, ну, так скажем, на холодную. Тем более, я сейчас не буду доводить до непосредственного траста, хруста, да, я просто продемонстрирую. А дальше мы все это будем отрабатывать на практике с нашими учениками. Поэтому, если вы только нас смотрите, то, ну, смотрите, пожалуйста, конечно, не забывайте лайки ставить. Но самое главное, чтобы у вас появились навыки в руках, вам лучше присутствовать здесь и отрабатывать все на практике. Мы это все отрабатываем друг на друге и, соответственно, с готовыми профессиональными качественными навыками вы уйдете отсюда в производство, в работу. Сразу начнете применять. Итак, для начала, вот без диагностики, да, просто на растяжение. Повернули голову человека на бок, развернули ее немножко, экстензию назад. Предупреждайте человека, чтобы он сам не поворачивал, не помогал вам, да, не сопротивлялся, ничего не делал. Потом нам нужно сделать небольшую ротацию, то есть повернуть голову чуть-чуть вот так, чтобы она лежала на скуле. То есть вот на этой скуле должно чувствоваться качание головы. Проверяем это качание. Вот оно есть, да? И теперь, отодвигая максимально плечо назад, упираемся в затылочную часть черепа, да? И вытягиваем по диагонали практически, да? Вытягиваем, разгружая таким образом все фасеточные суставы. Это вот боковые вот эти вот сочленения поперечных отростков на шейном отделе позвоночника. Стоять, соответственно, можно с любой стороны. Вы можете стоять с этой стороны. Вы можете стоять с этой стороны, как я показал, да? Но для начала я рекомендую все-таки делать максимально безопасно и максимально мощно. Это когда вы стоите спереди, со стороны головы человека, да? Для этого, смотрите, я стойку делаю достаточно широкую, да, потому что у меня будет работать весь корпус мой. Упираю достаточно плотно в плечо, причем в акромиальный отросток, то есть мой палец идет снизу. Вот специально рассказываю подробно, да? Полностью отодвигаю человека аж вот туда, в стол. И таким образом, смотрите, как шевелится голова. Видно тебе? Можешь подойти там, с этой стороны посмотреть. Вот. То есть, если человека мы положили неправильно, или он пододвинул сначала голову, там, да, вот так наклонил ее сам, то мы можем за счет натяжения вот раз развернуть ему голову вот так вот. И проверяем, вот качание есть. Теперь захватываем снизу за череп и на растяжение. Теперь прием это верхнедверное растяжение. То есть дошли до преднапряжения полностью. Показали человеку, что мы должны расслабиться, да, это всякие покачивания, вибрации, такие растрясания. Я обычно отвлекаю человека, говорю, чтобы он внимание переключил не на руку, на мою, да, на голове, а на плечо. То есть дополнительно уделяю внимание, ну, это на самом деле не обязательно так делать, да, но говорю, чтобы плечо расслабили. Главное плечо, а в самый момент дергаю. И доходим до трассы. То есть, вот видишь, пункт 4 – это вот потряхивание, всякие вибрации, да. Пункт 5 – это тракция, то есть вот вытяжение. 5А – это преднапряжение, все, предел, дальше не идет. И пункт 6, вот видишь, это вот траст. Первый траст на растяжение, второй траст на разворот,
И третий траст чуть довернули руку и атлант поставили. То есть получается три в одном. Раз, два, три. Вот такое движение. Ну, соответственно, также покажу, что можно ставить в принципе. И отсюда сделать, да. Ну, при должном умении у вас получится в разных позициях. Теперь дайте я туда зайду. Теперь второй прием, это когда мы можем еще дополнительно использовать диагностику. Нам нужно для этого раскрыть шею, чтобы она была прямой. Уперись, пожалуйста, лбом в стол. Вот, с этой стороны прощупали. Ну, честно говоря, голова закреплена, да, за счет опоры в стол. Поэтому нам не очень удобно прощупывать, особенно боковые вот отростки. Поэтому попросим человека встать на локте. Встать на локте вот так вот, вперед, да. Можешь даже за стол захватить вот так, да. И чуть подвинь корпус к рукам. Двигайся чуть-чуть. Вот так, все. Главное соблюсти вот тут прямой угол в стол. После этого нам открывается шейный отдел, полностью растянутый, да. И мы можем его прощупать достаточно подробно. Остистые отростки. На то, насколько они друг относительно друга на одной оси находятся, да. Для этого мы никогда не щупаем один позвонок, или, ну, один отросток или два отростка, да, а всегда соседние, сверху и снизу проверяем. На, ну вот тут немножко седьмой получается, шейный смещен вправо, вот седьмой. На картинке не видно, да, но я на ощупь просто вам говорю, что это так. Ну, хочешь, можешь попробовать пощупать. Если вот переход шейно-грудной трудно прощупывается, можно попросить человека локти поближе друг к другу, не к другу. Вот так вот, да? Вот тут как бы раскрывается вот это место, да, и можно более подробно прощупать. Для более точного анализа вы можете взять фломастер и нарисовать необходимые для вас позвонки, ну, в смысле отростки, да, с которыми будем дальше работать. Далее, для диагностики желательно попросить человека голову расслабить полностью, чтобы он не сопротивлялся. И трогая за боковые отростки, да, проверяем, где есть зажим, где есть блок, где есть смещение, ротация. Вот, то есть в разные стороны я голову и вращаю, да, и покачиваю, и киваю этой головой. Да, и доходим до атланта. Вот под вот этими косточками находятся боковые отростки атланта с двух сторон. Главное, чтобы было симметрично. Если чувствую, что где-то несимметрично, я прям спрашиваю человека, где больнее, справа, да, больнее? Да, ну, да, справа. Да, вот справа немножко, он немножко тут чувствует, что повернут вот сюда. То есть атлант развернут, получается, по часовой стрелке. То есть если мы смотрим в ось тела человека сверху, да, то по часовой стрелке атлант развернут чуть-чуть вот сюда. У атланта такая проблема, что у него, ну, в прощупывании проблема, что у него нет задних отростков, да. Зато боковые отростки у него достаточно широкие, они прям почти вот под вот этими косточками находятся. Соответственно, у нее он немножко развернут. Чтобы его повернуть обратно, нам нужно череп будет поворачивать вот в эту сторону. То есть против часовой стрелки. За череп. Так, теперь какие приемы мы можем здесь сделать с шеей здесь? Ну, во-первых, сделать упор в плечо. И накатите ее голову расслабленную на свою руку. Если человек елозит, да, вот так вот, то в принципе этого не получится. Или можете немножко его поприжать своей рукой, да, и только нижние шейные позвонки, там шестой, можно будет так подправить. Поэтому в этом случае такую правку боковую, да, мы будем делать стоя, либо сидя. На поворот, на ротацию, что можно сделать? Можно покачать головой, не напрягай. Раскачиваем ее голову, упираемся в нужный нам позвонок, да, пальцами. И накатываем, доходим до преднапряжения. И резко в этот момент мы поворачиваем голову. По поводу атланта, опять же, нам надо будет повернуть вот сюда, вот в эту сторону, да. Не получится с этой стороны, поэтому мы это сделаем лежа на спине, когда она будет лежать на спине. Так, ну, нам в основном вот эта поза нужна больше для диагностики. Теперь
опускайся вниз, не опускайся, и разворачивайся лицом вверх. Ну, в смысле, пупком к солнцу, попой вниз. Передний вниз. На спину, на спину. По-русски на спину. Но я шучу, вы там не обращайте внимания. Так, здесь, давай сюда чуть-чуть вниз. Чуть-чуть, все, лежим. Вот, если человек обнажен, мы его обычно накрываем тряпочкой, полотенцем, да, через них работаем. Если он в одежде, то, в принципе, можно работать в одежде, если бы на сухую, без масла, да. С этой стороны мы должны подготовить сначала шейные мышцы. То есть мы их снизу поднимаем и растягиваем на себя, таким образом дополнительно декомпрессируя. Понимаете, от тазовых костей, все, что выше, да, вытягиваем вверх. Соответственно, голову мы тянем вверх. Я ведь прижимаю ее еще за череп. Немножко вытягиваю. Сережки чуть-чуть доходят. Немножко сережки мешают. Далее, если в этой позе мы тоже можем приподнять голову и прощупать боковые отростки. Где, как они неровно стоят, покрутили, разгибали, флексия, ротация. Завтра экстензия. Вот. И положили на перепонку своей руки. Череп, где заканчивается, да, положили на перепонку. Или начинается череп. Вот где его позвоночное соприкосновение с черепом, да, вот это место. И нам надо почувствовать, что голова лежит как бы вот на, качается на одной точечке, да. На этой точечке. За счет либо пальчиками вот этим, да, мы дополнительно раскачали, проверили, насколько оно качается. И теперь будем делать правку. Одной рукой взяли за череп, второй рукой будем надавливать на те позвонки, которые нас интересуют. Ну, если нижние грудные, да, помещаем пониже, накатываем, крутим и трык, поставили. Если верхние, то руку переставляем выше. Что касается третьего, второго позвонка, да, то вот прямо можно вот так вот скачать и вставить. Чтобы больше был эффект, предлагаю усовершенствовать. Это упереться своей же ладонью в плечо. И когда мы накатываем, то есть мы дополнительно декомпрессируем. И таким образом второй позвонок вставляется лучше. Если второй позвонок, аксис, развернут, он самый большой, да, и у него вот этот, ну, самый выпирающий отец отростка у него. Если он развернут, да, то мы можем его поставить, соответственно, смотрите, как. Тут вопрос в том, что развернут мы ощупаем вправо, допустим, да, то нам, ну, я показал влево, голова здесь, да, череп здесь, он развернут влево. Нам кажется, что нам надо поставить его вправо, то есть повернуть вправо. Но мы не можем его повернуть сам по себе относительно других позвонков, да? Мы его можем повернуть упором с этой стороны за голову, но тогда голову нам надо повернуть относительно в противоположную сторону. То есть он поворачивается вправо, а череп влево получается. То есть он поворачивается против часовой стрелки, а череп сейчас он против часовой стрелки, а череп череп по часовой стрелке. Как это сделать? Покажу вот с этой стороны. Вот, допустим, он развернут, получается, относительно девочки вправо, вот сюда, да? Мы находим его, упираемся в него вот этой косточкой. Уперлись. И будем на него наворачивать череп. Он как бы идет дальше. Вот еще раз. Либо вот этой косточкой. Вот эта косточка неудобнее, удобнее вот этой рукой. Разворачиваем. И тут идет ротация, поворот. Вот. Произошла травка. Ну, не страшно, да? Соответственно, в этот момент он цепляет за собой атлант, и атлант мы тоже поставили. Если помните, он был ротирован по часовой стрелке. Мы повернули голову по часовой стрелке и поставили атлант. Дополнительно проверяем, тестируем.
расслабься. Вот, атлант на месте. Если нам не хватает вот этого, ну, у человека мощная шея, да, или он не может расслабиться, не хватает вот этого вращательного, ротационного движения, момента этого движения, импульса, да, чтобы поставить на место, то предлагаем человеку сдвинуться к нам, двигайся к нам, я тебя держу за голову, должен свисать еще. Все, вот, чтобы плечи были вровень с углом стола, мягко опускаем голову, она просто висит. Можно дать человеку пару минут, ну, буквально одну минутку просто полежать, повисеть, да. И тогда здесь делаем латероэкстензию, подставляем свою руку под нужный нам позвонок, приседаем ниже, да, чтобы голова висела, и с ротацией доворачиваем до конца. Так, поворачивайся, возвращайся обратно. Еще. Вот, если у человека, ну, плечи не поднимайте, плечи расслаблены. Если у человека шея напряжена, да, то все-таки продолжу по поводу расслабляющих движений, да, массажных. Мы растянули шею на себя, прошли, подогнули ладошки и прокатали вот так вот позвонки на себя. Без одежды. С вибрацией. Следующая вибрация, то есть у нас вот так вот идет позвоночник, да? Он как бы раскатывается по нашим пальчикам, раскрываясь. Второй проход, то же самое, только по очереди. Качания такие, то есть мы его растрясаем еще вот в этой плоскости. В эту плоскость раскладывали, да? Теперь все мышцы начинаем растягивать таким образом. Повернули голову просто боком. Сосцевидно-подключичную мышцу, вот она идет сейчас под ключицу, вот сюда подходит вперед, да? Мы именно ее растягиваем, упираясь в ключицу внизу. Саму мышцу тоже можно разгладить тогда. И упираясь в череп. Мягко. Растягиваем мягенько. Мякоть в нашей ладони. Следующие мышцы, лестничные и все, которые боковые, да, мы берем за череп снизу и своим предплечьем вращаем голову за челюсть. Накладываем предплечье на челюсть. А тут упираемся плечом в противоположную сторону. То есть раскрываем человека вот так вот, растягиваем, да. Следующее движение. Перекладываем руку, оставляя на затылке, да, на скулу верхнюю, а тут давим в плечо, вот уже примерно под 45 градусов получается, вот так растягиваем. Следующий прием, переводим руку на макушку, ну, на верхнюю, на височную долю, да, и тянем тут примерно под 10 градусов. Относительно оси тела человека на 10 градусов. То же самое проделываем с другой стороны. Далее мы растягиваем шею пациента таким образом, берем за череп снизу, опять чувствуем тут качание, либо на перепонке, да, между пальцами, либо вот на этом пальчике, чтобы череп вот так вот качался, да, тут поймали его свободу. После этого просим человека сомкнуть глаза, рот, и можно ладонью, да, а можно, ну, я предлагаю все-таки мягкой частью. И плечи потянуть на себя. Маленькую грудь не тяните. Горло мы не тянем. Несколько раз вытягиваем на себя. Потом экстензия, флексия вперед. Под 45 градусов тянем вверх на себя. Далее латера экстензия, флексия в бок. С ротацией под 45 градусов. То есть 45 градусов повернули, 45 градусов развернули, но так, чтобы кончик носа оставался на оси позвоночника. Да? И теперь в сторону потянули. То же самое в противоположную сторону. И желательно такие подтягивающие движения сделать после
окончание вашей мануальной правки, да, чтобы человек пришел в себя и дать ему минут, ну, несколько минут полежать. В следующем видеоролике мы перейдем к жестким тракционным методам, когда мы будем за череп вытаскивать, растягивая весь позвоночник. Ну, об этом в следующий раз. Поэтому не теряйтесь, подписывайтесь на наш канал в Академии телесно-ориентированных практик. Да? С вами был Олег Алаф-Гудвин. До новых встреч, дорогие друзья!